На календаре 1 июня Международный день защиты детей. А это значит, что сегодня пройдет ставшая уже традиционная акция Первого канала «Стань первым», 19-я по счету. В этом году звездный десант высадится в Балашихе в детском доме «Непоседы». Доброе утро, дорогие телезрители. С вами Наташа Павлова. И сейчас я вам расскажу последнюю новость. Мы в телестудии у воспитанников детского дома с «Непоседы» срочно не успели. Если бронируете отдых через туроператора, то скидка будет 5 миллионов и не проспект.
Слушайте, входит в групповой пакет выплаты. То есть, если выше 100, то это 20 тысяч. Если ниже 100, то это 20%. В семье Карида трое детей. Плана к концу лета отправить их в лагерь. Это тоже можно сделать со скидкой. Если детский кэшбэк, это тоже принципиальное отличие этого года. Скидка 20 тысяч рублей до 50% на путешествие в оздоровительные стационарные лагеря для детей до 15 сентября. Старт программы 25 мая. Для нее тоже нужна карта МИР. Оплата онлайн. Причем скидка будет с каждой транзакции, то есть на каждого ребенка. Что еще беспокоит туристов? Что цены на момент брони отеля и на момент заселения значительно разнятся. Для таких случаев сделали горячую линию. Завышение цен или аннулирование бронирования и последующие продажи по более высоким ценам, эта информация анализируется и применяются определенные решения, меры по недопущению таких фактов. И, наконец, напомним, для путешествий по России не надо покупать страховки. Медицинская помощь и обсервация в случае выявления коронавируса по полису ОМС. Не забываем взять его с собой. Мария Цагин, Дмитрий Хачев, Первый канал. Сегодня Всемирный день мяты. Молочное путешествие зовет нас Вадим Лобаченко. Вместе с ним мы побываем на плавающей ферме в Роттердаме, посетим швейцарские Альпы, заглянем на коровий курорт и вначале покормим очень редких косточек. Здравствуйте, я вернусь неподалеку от Альпийского моря. Пришло время кормить козя. Они закупили во Франции альпийские кости. Покупка не дешевая. Обошлась по 3000 долларов за кожу. Доброе утро всем. Всем доброе утро. Все это без
Мы после первого курса работы плавали еще паровника, и заинтересовались первые силы от паровника проекта «Семейный». И, похоже, это лишь началось. А знаете ли вы, что в реке Неве водится атлантическая сёмга? Скоро ее там будет еще больше. В реку выпустили много-много мальков. Можно позвонить на селе. Знакомьтесь, мальки атлантической сёмги готовятся к выпуску Невы. Все основное свое время она проводит в соленой воде Атлантики, но намерен возвращается в пресноводные реки северо-запада. Сёмга давно облюбовала Неву и притоки для нереста. Из-за человека таких мест становится все меньше. Популяция снижается. Чтобы рыба совсем не исчезла, ее количество приходится восполнять. Вылавливаем производители, отбираем у них. Доброе утро всем. Доброе утро. Сёмгу выращивают, так скажем, в техничных условиях. 180 дней с октября по май. Икра лежит вот в таких лотках. Водичка подает из трубочки, где все перетекает, вытекает в трубочку. Здесь тоже все заполнено икрой. Это некая имитация течения реки. Как только мальки начнут выплевываться, их пересаживают в другой бассейн. В нем есть автоматическая кормушка. Сама рассчитывает, сколько этой мелочи нужно еды. В общем, живут мальки на полном пансионе. Кстати, за ними постоянно приходится убирать мусор и остатки корма. Ювелирная работа. Нельзя ли повредить?